Скоро в радиоуниверситете пройдет финал конкурса «Мисс Радио Вселенная». Конкурс будет проходить уже в 7-й раз. В этом году конкурс состоится 14 апреля в Театре Драм. В финал конкурса вышло 6 девушек, и сейчас мы их вам представим. Ольга Макарова, профсоюзная активистка, занимается кардиостриптизом. А в правкоме она занимается по-настоящему важными делами. Валерия Веденеева, первокурсница, участвовала в конкурсе «Алло, мы ищем таланты», поет. Ну а кто сейчас не поет? Твоя правда. Мария Фокина поет. Естественно. Ходит в звездный ФВТ, пишет дипломную работу и участвует в конкурсе «Мисс Радио Вселенная». Делать ей нечего. Еленская Яна танцует в танцевальном коллективе «Рай Скай». Поет? По-моему, нет. Жалко. Жалко. Екатерина Агаева танцует хип-хоп, поет песни. Очень логично. Светлана Семенова. 4 года работала вожатой, очень любит детей и мечтает выиграть конкурс «Мисс Радио Вселенная», который, кстати, состоится 14 апреля в Театре Драмы. Увидимся 14 апреля в Театре Драмы. Мы с тобой про 14 апреля сказали? Про Театр Драмы? Да.